святой, православный за собой. Он ведет к Спасителю, миру и искупителю. Благодать освящен, белый куколь носит он. Надо нам учиться за него молиться. Ваше святейшество, вас приветствует учащиеся воскресных школ, православных классов и творческие коллективы, участвующие в православных проектах Чувашской митрополии. Мы рады видеть вас на нашей земле. Примите от нас эти скромные дары. Мы, дети Чуваши, рады приветствовать вас. Спасибо. Патриарх наш дорогой, мы приветствуем тебя. И бочками корзину преподносим вам любя. Посадите ваши сердца, не ладно вас видеть вам. Совершается торжественная встреча святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, предстоятеля Русской Православной Церкви. По обычаю возлагается на его святейшество особая одежда мантия, по-гречески мандион, что означает верхняя одежда монашествующих, которая покрывает собой все тело, кроме головы. И своей свободной такой развиваемостью она изображает крылатость ангелов, а потому называется еще ангельской одеждой. Хор поет соответствующие праздничные песнопения.
Ваше Святейшество, Святейший Владыка, приветствую вас на нашей земле Чувашской. Паство приветствует, паство ваше и здесь, везде ваше паство. А мы как послушники выполняем послушание каждой на своем месте, в своей квартире. С радостью приветствуем вас. Ждали вас. Видите, сколько детей собралось, сколько молодежи. Мы знаем вашу жизнь. Вы миссионер. Действительно, Россия получила миссионера, такого патриарха. Промысл Божий управляет. Не как мы хотим, а Господь управляет. Ибо Господь послал такого мудрого нам святителя. Мы послушники, мы должны тоже трудиться, пример брать ваш, как вы трудитесь, вы всю Россию до Камчатки все проехали. Мы в своих епархиях должны тоже просвещать вашими молитвами. Мы должны все трудиться, чтобы была вся Россия православная. Она и была раньше. Потеряна была, гонения были. Ну, слава Богу, Господь смилостивился на нас, и мы свободны теперь. Вас особенно Господь послал, потому что никто так не может людей привлечь к Богу, как вы. И мы, чуваши, приветствуем с любовью, ждали, молились, чтобы вы все-таки уж на немного время выделили нам. И вот сегодня мы, это наше желание исполнилось, вы прибыли, уж вам тяжело, как служили, сразу после службы. Ну, Господь сил дает, когда мы просим. Помогай Бог вам, а мы тоже будем помогать в вашем нелегком первосвятительском служении. Поэтому что еще раз приветствую вас и желаю вам побыть немного, ну, благотворно, чтобы мы все услышали вас, ваш голос, как говорится, уже не по телевидению, а уже так прихожаемся. Желаю вам пребывания хорошо, чтобы никто вас не оскорбил и ничего не оскорбил вас. Помолимся вместе. Помогай Бог вам. Благословен гряды во имя Господне. Святитель Гурий, когда пришел сюда, первый визит был, построили Владимирскую церковь деревянную. И я вот Владимирской Божьей Матери, как у нас она такая чтимая, как святитель Гурий, преподношу вам этот образ, чтобы вы, хранительница нас вашей, спаси Господи. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит, Ваше Превосходительство, Михаил Васильевич, президент Чувашии, дорогие владыки, отцы, братья, сестры, я очень рад вступить на чувашскую землю, посетить Чебоксары и увидеть всех вас. Я благодарю Владыку Варнаву за добрые слова, которые он только что сейчас произнес, и воспринимаю эти слова как скорее пожелание к тому, что мне следует делать, как некое напутствие к моим патриаршим трудам. Но какой-то путь уже пройден, и посещая различные регионы России и ближнего зарубежья, вижу, как меняется церковная жизнь на глазах. Конечно, нам нужно быть далеко от любого преувеличения того, что есть на самом деле, но душа радуется, когда я вижу молодые лица в храме, когда я вижу детей,
когда я вижу учеников воскресных школ, вижу, когда приходят молодые пары соединять благословением церкви свой брак, и когда приносят детей крестить, все это свидетельствует о том, что вера православная жива в нашем народе, и после долгих лет притеснений, попыток власти исключить веру из нашей жизни, вера возрождается. Это напоминает, как иногда сквозь трещины в асфальтовой дороге пробиваются зеленые росточки. Когда клали асфальт, то думали, что, наверное, ничего живого не может пробиться через эту толщу. Вот так и в то время думали, что ничего, никаких религиозных ростков больше не будет. А сегодня мы уже видим не только небольшие побеги, но и восходящее зеленое поле. И дай Бог, чтобы вера укреплялась в сердцах людей. Но кто-то может сказать, а зачем вера-то? Может быть, просто лучше получить хорошее образование, затем хорошую работу, хорошую зарплату, купить хорошую машину, дом, хорошо одеваться, весело проводить время. А где же здесь вера и зачем вера? И вот ответ на этот вопрос является самым главным для человека. Почему нужна вера? Она нужна потому, что только вера соединяет людей с Богом. Если нет веры, то не замыкается цепь. Это как выключатель. Нужно замкнуть цепь, чтобы увидеть электрический свет. Вот так же вера замыкает цепь между человеком и Богом. И такой человек становится верующим, религиозным. Он входит в связь с Богом и чувствует Божье присутствие. И Бог слышит молитвы и отвечает на эти молитвы. И особенно, когда мы входим в полосу препятствий, трудностей, болезней, как важно иметь эту опору. Она помогает человеку не сбиться с пути, не потеряться в трудных обстоятельствах, но спокойно идти по жизни, уповая на то, что Бог рядом, и Он не допустит погибели. Но есть еще что-то, что дает нам вера. Ведь вера основана на Слове Божьем, на том, что Бог сказал людям. Не на человеческих философиях, не на какой-то человеческой мудрости, а Бог нечто сказал людям для того, чтобы помочь им достойно пройти по жизни. Вот в этих божественных словах некий закон, нравственный закон, система координат, которая помогает идти по пути жизненному и не сбиваться. Мы знаем, как важен свет маяка для моряков, особенно преодолевающих штормовое море. Иногда один только луч маяка помогает спасти и корабль, и команду, и пассажиров, свою собственную жизнь. Вот так же и бушующее житейское море. Нужен маяк, чтобы не сбиться, не сесть на рифы, не врезаться в утесы. И таким маяком является Божественное Слово. И если мы его воспринимаем умом и сердцем, то становимся мудрыми, сильными. Нами очень трудно манипулировать. И вот на последнем тоже следует остановиться. Мы знаем, как сегодня информационные технологии воздействуют на человека. И человек без веры, вот без этого самого маяка, без этих координат, он становится легкой добычей информационного воздействия. Это как все равно в кукольном театре, когда марионеток дергают за ручки и за ножки, и они двигаются по воле того, кто их дергает. Вот так и под влиянием информационного потока массы людей могут поступать так, как кому-то хочется.
И происходит это потому, что нет системы координат, нету маяка. Может быть, поэтому на протяжении истории церковь всегда подвергалась давлению со стороны тех, кто стремился манипулировать массовым сознанием. Мы сегодня говорим с вами о вере, о самом главном, что есть в жизни. И я от всего сердца желаю вам сохранить веру, укрепиться в вере, чтобы и разум, и сердце ваше восприняли божественные слова. А для того, чтобы было так, церковь, духовенство, активные миряне должны помогать и детям изучать Слово Божье, и взрослым отвечать на вопросы. Именно поэтому необходимо развивать образовательные программы, молодежные программы, социальные программы, чтобы через эту внешнюю активность люди могли с большим доверием отнестись к самому Божественному Слову и понять его смысл. Я хотел бы поблагодарить вас, ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Варнава, за ваши труды долголетние на чувашской кафедре. Знаю, как вы сердцем приняли чувашский народ и как Чувашия вас полюбила. Знаю, как многих вы воспитали, в том числе и представителей духовенства, передали им свой духовный опыт, поддержали их в жизни. И хотел бы пожелать, чтобы и впредь активно развивалась церковная жизнь в Чувашии. И несмотря на те трудности, о которых я сказал, дай Бог, чтобы современные жители Чувашии, многонациональные республики, могли принимать Слово Божие в сердце и руководствоваться этим словом. Мне хотелось бы также сказать о том, что многонациональный народ сохраняется тогда, когда сохраняется взаимное уважение к разным культурам, к разным языкам, к разным традициям. И благодарение Богу за то, что в Чувашии мир и спокойствие. Пусть так и будет далее. И я хотел бы также выразить благодарность вам, Михаил Васильевич, за ваше водительство, за ваши труды на посту главы Чувашии. Вы с большим вниманием относитесь и к церковной жизни. А самое главное, вы искренне трудитесь на благо своего народа. Дай Бог, чтобы и дальше было так, и чтобы взаимное согласие и взаимное сотрудничество осуществлялось также между церковью и государственной властью, между церковью и обществом, во благо и во имя процветания того народа, который исторически присутствует на этой благословенной земле. И в память о этой встрече, нашей с вами молитвенной, духовной встрече под сводами Покровско-Татьянинского собора, я бы хотел преподнести икону Божией Матери Державная, которая является символом духовной власти в России. Эта икона была обретена в тот тяжелый момент, когда русский царь Николай II вынужден был отречься от престола. И многие это воспринимали как некую катастрофу. Но именно в этот момент была найдена икона, изображающая старинная икона, но про которую как бы все забыли, изображающая Божью Матерь на троне. И тогда люди поняли, что ушел земной царь, но Царица Небесная дает знак России, что она будет на троне. И, может быть, именно потому, что так и произошло,
и Отечество наше было под покровом Царицы Небесной, страшные годы репрессий, а затем и войны удалось пережить, преодолеть и сохраниться и народу, и Отечеству нашему. Пусть под ее державным покровом в мире и благополучии протекает жизнь Чувашии. Храни вас всех, Господь! А для каждого из вас я хотел бы передать вот этот небольшой образочек с изображением князя Владимира, крестителя Руси. Мы празднуем в этом году и тысячелетие со дня его кончины. И вы, конечно, видели по телевизору и читали, наверное, в прессе, как торжественно это событие отмечалось в Москве и во многих других городах и весях нашего Отечества. На обратной стороне этой небольшой иконочки мое патриаршее благословение. И я попросил бы сразу раздать всем, кто сегодня здесь присутствует, Владыка, этот знак патриаршей любви каждому из вас. Храни вас Господь! Благодарим вас, уважаемые телезрители, братья и сестры, за то, что были с нами. Храни вас Господь!